Мур, привет, друг, это Зверько. Вчера я все-таки поиграл в Wild Rift. Если коротко, то да, динамику подняли в сравнении с компьютерной версией. Однако я уже после пятого боя лихорадочно вспоминал, кто мне втирал какую-то дичь про баланс. Не знаю, как фанатам, но мне странно, что у танков дикий урон, а у стрелков практически нет анимации, что им позволяет отступать, отстреливаясь с невероятной скоростью. Я не говорю, что это плохо. Тем более LoL лидирует по игрокам над Dota 2. Хотя популярность тоже такой себе показатель. Вон есть Fortnite, FIFA, Morgenstern. Фанаты перечисленного, добро пожаловать в комментарии. А вот вам вопрос. Регби веселее и мужественнее футбола. Короче, если зацепит Wild Rift, то он будет на отдельном канале. А сейчас переходим к обзору патча 1.5.38 в ML. Новый облик на Бенедетту, Стрит Блау, будет звездником с 1 января. Эпический скин на Валира, Демон Лорд, будет в эпическом розыгрыше с 5 января. Изменения в магазине фрагментов 16 декабря. Редкие облики. Уберут Грок, Ледяной Голем, Кая, Киминари, Кимми, Биологический Рубеж, Циклоп, Спаситель Глубин, Алукард, Викант, Валир, Бледное Пламя. Добавят Алдас, Бездушный, Клинт, Рок-н-ролл, Карина, Черная Жемчужина, Фрея, Охотник на Драконов, Лейла, Зайка, Аргус, Темный Дракон. Магазин героев за фрагменты. Уберут Рафаэль, Франка, Лисунсина, Иксборга, Клауда, Эсмеральду. Добавят Чу, Фанни, Гвиневру, Бенедетту, Валира и Вейла. Мы продолжим после самой короткой в мире рекламы спонсора этого видео. Кодашоп – официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодашоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация, оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом, после чего перезаходишь в игру, и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Изменения героев. Клинт. Разработчики каются, что сотворили с ним фигню, и начали его апать. Первый навык. Базовый урон повысили на 50. Уменьшили затраты маны на 20. Второй навык. Уменьшили перезарядку немного. Но также уменьшили сокращение перезарядки от попадания по противнику с 50% до 40%. Бенедетта. Со слов разрабов, это оптимизация. Первый навык. Уменьшили время каста. Уменьшили базовый урон тени на 100. Уменьшили базовый урон разрубания на 80. Второй навык. Теперь после успешного парирования Беня получает полный заряд пассивки. Пассивки в свою очередь уменьшили урон. Вот расчет на экране. Увеличили штраф урона по крипам и миньонам с 30 до 40%. Кстати, на Бенедетту есть гайд на моем канале, на котором все еще действует конкурс на скины Бардс. Тоже веселая история. И вот что говорят разработчики. После изменения сброса пассивки, Бардс стал гораздо сильнее, поэтому мы его еще нерфим. Атрибуты. Базовое здоровье уменьшено до 2559. Сократили прирост здоровья. Было 249, будет 229. Вдобавок ульте накинули времени КД. Люнакс. Дали возможность быстрее фармить лес, но не рфанули спам навык. Первый навык в хаос. Уменьшили базовый урон на 40. Увеличили магический бонус до 130%. Уменьшили дополнительный бонус. Однако теперь этот бонус будет учитывать ХП лесных крипов. Ульта в хаос. Добавили времени КД. Было 18-14 секунд, будет 25-15 секунд. Усака. Второй навык. Сильно уменьшили базовый щит, однако увеличили бонус от предметов. Алиса. Как ни странно, но опять нерфят ульту.
Базовый урон уменьшили на 20. Реген здоровья уменьшили на первых уровнях. И чуток уменьшили затраты маны. Линк. Похоже, персонаж будет страдать, пока его не занерфят в хламину. Первый навык. Затраты энергии ранее уменьшались с уровнем. С 35 до 25. Теперь 35 для всех уровней. Эстес. Первый навык. Добавили новый эффект. Теперь он увеличивает свою скорость перемещения, когда кого-то лечит. Это сделает игру за Эстеса комфортнее. Хильда получила заслуженный нерф щита в пассивке. С 20% до 15% от максимальных хп. Харит. Второй навык. Уменьшили прирост щита. Также уменьшили магический бонус. Селена. Первый навык в форме бездны. Уменьшили базовый урон. Однако повысили магический бонус. Для чего так делают? Уменьшая базовый урон, герои ослабляют в начале игры, а повышая магический бонус, делают его чуть сильнее в поздней игре. В данном случае старт ослаблен, а поздняя игра выровнена как ранее. Фаша. Ульта. Довольно ощутимо добавили КД. Было 28-22 секунды, будет 36-28 секунд. И это еще не все. Есть другие изменения. Опять оптимизируют иконки предметов, чем лично меня уже задолбали. Чего их старые-то не устраивали? Всяко как могут, стараются растянуть раннюю игру. Теперь на внешних башнях будет свойство. Во время действия щита союзники возле башни будут получать на 10% меньше урона. Я ярый противник затягивания боев таким образом, даже с учетом того, что я играю на магах, которые раскрываются в поздней игре. Дальше. Уменьшили начальную скорость миньонов в средней линии на 6%. Демон будет появляться на 25-й секунде начала боя. Ранее появлялся на 30-й. Уменьшили прирост защиты в минуту с 5 до 2. То же самое сделали с большим змеем. Чтобы затянуть бои у черепахи, уменьшили тайминг ее появления. Теперь черепаха появляется на 120-й секунде боя. Вместо 3 черепах за бой можно будет формировать 4 черепахи. Увеличили ее физическую и магическую защиту с 37 до 80. Оптимизировали секции здоровья героям, а также черепахи и лорду. Это все умозрительно, но чуть-чуть привыкнуть придется тем, кто по ним ориентируется на урон. Кроме того, как я и рассказывал на стриме недавно, будут изменения в подборе игроков в ранге в начале сезона. Будет добавлен новый режим подбора с учетом твоего самого высокого ранга, который ты достигал. Этот режим доступен тем, кто достигал мифика, а в настоящий момент находится на эпике или леге. Режим будет доступен после обновления. Что я думаю по этому поводу? Чушь собачья. Что в голове у эпика с 48% побед? Я еще научусь играть. Что думает мифик с 48% побед? Я умею играть, а по факту играют одинаково. Хотя последний больше дезморалит и себя, и команду, и пишет в чат другим, что они неправильно играют. Кстати, еще будут оптимизировать алгоритм подбора для обычного матча. Но подробной информации по этой новости мне не попадалось. А на этом все. Не забудь подписаться, жмякнуть лапкой лайк, если понравилось. И напоминаю, что конкурсы на скины в гайде на Броуди и Бенедетту все еще не завершены. Удачных боев, друг!